Северная Эфиопия. Кстати, время здесь московское. Землю древней Абиссинии называл своей родиной прадед Пушкина Ибрагим Ганнибал. Когда Пушкину 200, а рабу Петра Великого 300. Потому что правнук родился в 1799, а прадед в 699. Хотя говорят, что может в 97 или в 96. Здесь теперь тоже отмечают 6 июня. Пушкин, он и в Африке Пушкин. Немецкая биография Абрама Ибрагима Ганнибала. Он был родом африканский араб из Абиссинии, сын одного из тамошних могущественных и богатых князей. Маленького Пушкина кажется похожим каждый маленький эфиоп. С почти европейскими чертами лица, скорее темно-темно-коричневые, чем черные, эфиопы настоящей черной Африкой, той, что истинно черная, за негров вообще не признаются. Но во времена араба Петра Великого понятие это «араб» относилось к любому не арабу, то есть к любому темнокожему африканцу. Что Пушкину досталось африканского от рождения? Матушку его, смуглую красавицу Надежду Осиповну, называли «прекрасная креолка». У нее ладони были желто-коричневые. Про двоюродных ее сестер, стало быть, Пушкину это двоюродные тетки, вспоминали, что говорили они нараспев. Точно египетские голуби воркуют. Выговор у них был такой, будто африканский. Про маленького Пушкина записи сначала только что толстый, что увольдень, что лентяй и что курчавый. У семьи Пушкиных был друг, известный тогда поэт Дмитриев. Он еще занимал пост министра юстиции, тогда такое сочетание было возможным. Так вот, Дмитриев увидел первый раз играющего маленького Пушкина и воскликнул: «Да это же чистый арабчик! Арабчик, да не рябчик!» Тут же дерзко ответило дитя. Дело в том, что Дмитриев был малость рябоват. Знакомый семьи Пушкиных Михаил Макаров. В детских летах Пушкин был все с теми африканскими чертами физиономии, с какими был и взрослым. Но волосы его в малолетстве были завиты африканской природой. Теперь весь черный континент чтит великого классика. Вон в государстве Бенин есть свой профессор-пушкинист. И как 7 греческих городов спорили, кто родина Гомера, так одна за другой страны Африки предъявляют права быть прародиной Пушкина. Есть версия Чад или Судан, другая версия стык границ Чада, Камеруна и Нигерии. Через один из рукавов Нила Абиссинский мост 17 века. Он точный современник Ганнибала. Столько лет казались странной, нелепой красивостью эти Ганнибаловы рассказы о его купаниях под фонтанами отцовского дворца. Но действительно, Пушкин ведь всегда кажется, что это только «Люблю тебя, Петра, творенье», «Царскосельские аллеи». А вот эти африканские картины, они же часть его родовой памяти, это его семейные предания. От Пушкина ведь не убудет, если его здесь называют великим африканским поэтом. У него же можно найти строчки для эпиграфа к чему угодно. Под сенью липовых аллей он думал в охлажденье лета о дальней Африке своей. Александр Сергеевич Пушкин. По отцовской линии Пушкин происходил из древнего дворянского рода. Один из предков, боярин Пушкин, действует в Борисе Годунове. 5 Пушкиных подписались под призывом Михаила Романова на престол, и еще 2 приложились, будучи неграмотными. И Пушкин говорил, что цари этой династии должны быть к нему более благосклонны.
Родители Пушкина находились в родственном браке. Муж доводился жене троюродным дядей, так что Пушкины и Ганнибалы были породнены дважды. Пушкин, он чего только у нас не основоположник. Он еще и первый русский имиджмейкер. Родившийся в Лефортово, крещенный в Елоховской церкви, африканец на 1/8. Он превратит эту жгучую долю своего происхождения в светскую роль, в легенду, в оправдание любого поступка. А раб Петра Великого был черным, ну или почти черным. Но Пушкин вот уж действительно сгущал краски, а рабом называя и себя. И в своих рисунках, портретах он вот уж действительно выпячивал негроидные черты. Ему ведь оставалось или согласиться со всеми, что он страшно некрасив, или убедить всех, что он ужасно своеобразен. Отец Пушкина, Сергей Львович, был светский дилетант. Человек способный, но вертопрах, ценитель французских острот. Он сочетал легкомыслие с болезненной скупостью. Позднее Вяземской о Сергее Львовиче Пушкине. Вообще был он очень скуп и на себя, и на всех домашних. Сын Лев за обедом разбил рюмку. Отец спылил и целый обед проворчал. «Можно ли, — сказал Лев, — так долго сетовать о рюмке, которая стоит 20 копеек?» «Извините, сударь, — с чувством возразил отец, — не 20 копеек, а 35 копеек». Мать Пушкина, на редкость бесхозяйственную барыню, отличала страсть к переездам. Снимаемые в Москве дома семья меняла почти ежегодно. Деревянного особнячка, в котором Пушкин родился, не стало еще в 19 веке. Нынешнее метро Бауманское центром города не назовешь, а тогда это и вовсе окраина. Но район немецкой слободы считался очень опрятным, такой экологически чистый, и здесь селилось много разборчивой публики. Николай Сушков, дядька Пушкина, Никит Козлов был при нем и в Москве, где шаловливый и острый ребенок уже набирался ранних впечатлений, резвясь и бегая на колокольню Ивана Великого. Пушкина будет в услужении Никита Козлов. С него списан Савельич в «Капитанской дочке», дядька, состоящий при Петруше Гринёве. Сад Юсуповского дворца в Большом Харитоневском переулке. Когда годовалый Пушкин гулял здесь с няней, они встретили государя Павла I. Павел снял с мальчика картуз и выбранил няньку за то, что та, завидя императора, не сделала это сама. Легенда давала Пушкину основание говорить, что он знался в жизни с тремя царями. Стало быть, Павлом I, Александром I, Николаем I. Лев Пушкин, брат. На 8-м году возраста, умея уже читать и писать, он сочинял на французском языке маленькие комедии и эпиграммы на своих учителей. Вообще, воспитание его мало заключало в себе русского. Он слышал один французский язык. Гувернер его был француз. Библиотека отца состояла из одних французских сочинений. Ребенок проводил бессонные ночи и тайком в кабинете отца выжирал одну книгу за другой. 12-летнего Александра, получившего такое домашнее образование, его дядя, известный в ту пору поэт Василий Львович Пушкин, везет поступать в новое учебное заведение – Царскосельский лицей. В этом архитектурном решении флигель, соединенный с дворцом,
История создания лицея. Замышляли придворное учебное заведение, которое бы готовило высших чинов для гражданской службы. И думали, что со своими сверстниками будут учиться младшие братья императора Александра. В этом случае одноклассником Пушкина был бы будущий Николай I. Но статус лицея понизился, великих князей не оторвали от домашнего воспитания. И Пушкин учился в заведении привилегированном, закрытом, среди равных себе детей хороших, но обедневших фамилий. По возрасту учащихся лицей-гимназия, по программе университет, и считается, что, окончив лицей в 18 лет, Пушкин получил здесь высшее образование. Программ нет, учебников нет, преподаватели читают лекции, полагаясь только на себя, воспитанникам дают много самостоятельности. Здесь главными были лицейский дух, лицейское братство. Три пушкинских друга с лицейской скамьи на всю жизнь. Иван Пущин и два сына обрусевших немцев, Вильгельм Кюхельбекер и барон Антон Дельвик. Учится Пушкин посредственно, особенно по логике и математике. Не понимал, например, что такое деление. В нем отмечают поэтическую пылкость и отсутствие прилежания. Комовский лицейский товарищ Пушкина. По страсти Пушкина к французскому языку называли его в насмешку французом, а по физиономии – обезьяною. Из лицейских национальных песен. А наш француз свой хвалит вкус и матерщину порит. Может, Пушкин и знал русский устный, но в письме делал ошибки. Всего за 8 лет до основания лицея в России вышел указ об обязательном преподавании по-русски. Для большинства лицеистов язык своей страны второй, а первый французский. Были ли русскими эти мальчики, бегавшие в саду царскосельского дворца? Знаменитое «Страшно далеки они от народа» сказано ведь про пушкинское поколение. Они и сами это про себя знали. Декабристы говорили, что не могут составить Конституции России, ибо не имеют достаточно знаний об отечестве своем. Но лучшим из них была привита редкая восприимчивость. Так Татьяна у Пушкина, она с трудом говорит по-русски, и тут же Татьяна русская душою. Так Лев Толстой гордился своей Наташей Ростовой, когда она вдруг пошла плясать барыню. Откуда в этой графинюшке были приемы, но приемы были те, неподражаемые, непереводимые, русские. У Пушкина был друг, князь Вяземский, человек едкий и аристократичный. Он, среди прочего, написал стихотворение «Еще тройка». Стихотворение ушло в народ и стало главной русской песней про главную русскую езду. Такое не удавалось ни одному писателю из народа. Князь Вяземский написал: «Тройка мчится, тройка скачет, вьется пыль из-под копыт». Вот откуда были в этом князюшке приемы, неподражаемые, непереводимые, русские? Колокольчик звонко плачет и хохочет и визжит. Гроза 1812 года прокатывается вроде далеко от лицея. Наполеон наступает на Москву, а не на Петербург. Но через Царское проходят, направляясь на войну, гвардейские полки, и лицеистов мучает обида возраста. Они малы, чтобы участвовать в великих событиях, а каждый, понятно, видит себя исторической личностью. Фигура Наполеона поражает его современников. Россия воюет с тираном и титаном, злодеем и героем целого века. Мы все глядим в Наполеоны. У Пушкина про мечту повелевать миром. Лицеисты грезят о славе в своих узких кельях четвертого этажа. У каждого в комнатке железная кровать, конторка для письма, комод, стол для умывания. Санитарные нормы еще эпохи просвещения. Лицеистов вводят в баню не чаще, чем справных мужиков, раз в неделю. Номер Пушкина 14-й. Одна стена его глухая, другая перегородка. За ней номер 13-й, келья Ивана Пущина. Ночами, когда уже все уснули, они переговариваются в полголоса через перегородку, обсуждая события прошедшего дня. Чаще всего неловкие ситуации, в которые попадает Пушкин из-за своего острого языка. Пушкин повзрослел во всех отношениях поразительно рано, и, преодолевая пропасть между поколениями, он с участниками Отечественной войны будет сходиться на равных. Уже первыми публикациями он делает себе имя.
Дальше царскосельских садов лицеистов не выпускают, родные навещают их по строго определенным дням, и к нему, школяру Пушкину, заезжают знакомиться лучшие литераторы. Пушкин сразу и на всю жизнь подружился с Жуковским, предыдущим поэтическим корифеем, хоть тот и старше его на 16 лет. Но главное событие на зимнем переводном экзамене 1815 года. На экзамен должен приехать Державин. Дельвик ждет его в сенях. Он хочет поцеловать руку великому патриарху русской поэзии. Входит продрогший с дороги Державин, спрашивает швейцара: «Братец, где тут нужник?» Поэтическое настроение Дельвига улетучилось, он разочарованный уходит в зал. Пушкин. Державин был очень стар. Экзамен наш очень его утомил. Я прочел мои воспоминания в царском селе. Когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом. Не помню, как я окончил свое чтение. Не помню, куда убежал. Державин был в восхищении. Он меня требовал, хотел меня обнять. Меня искали, но не нашли. Теперь считается, что в лицейском зале у лицейского устава Державин рукоположил Пушкина в поэты. Но, по правде сказать, современники большого значения этому событию не придали. Потом уже увидели символический смысл, передачу лиры, смену эпох. Конечно, поддержал легенду и сам Пушкин, знаменитым «Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил». Картина Репина «Заказ к столетию лицея» в 1911 году. Лицеисты и преподаватели позировали художнику, являя собой историческую сцену. Пушкин, бегая по какому-то коридору, наткнулся на какую-то женщину, который пристал с неосмотрительными речами и даже, сообщают злоязычники, с необдуманными прикосновениями. Она была не молода, не красива и настолько знатна, что слух об этом маленьком происшествии дошел до ушей самого государя. Узнав об этой шалости, государь прогневался и заметил Энгельгарту, что лицеисты чересчур много себе позволяют и что надо скорее их выпустить. С превосходными успехами лишь в русском, французском и фехтовании самый знаменитый воспитанник лицея за все его существование был по успеваемости 24-м из 29 учеников в своем выпуске. Чиновником 10 класса Пушкин направлен служить в коллегию иностранных дел. Но в тогдашнем МИДе он только числится. Не то что его одноклассник Горчаков, который станет и министром, и канцлером. Или принявший с Пушкиным присягу в один день Грибоедов, который станет послом в Персии. Пушкин после 6-летнего царскосельского заточения вознаграждает себя блеском петербургской жизни. Пушкинская юность, она онегинская. Он ведь как раз закончил лицей философом 18 лет. Вообще он любил давать свои черты своим героям. Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар. Бульваром был в ту пору Невский проспект. Вот здесь шло возвышение, на нем липовая аллея, и бульвар тянулся до реки Фонтанки. Что касается головного убора а-ля южноамериканский герой, то, в отличие от обычного тогда цилиндра, боливар был гораздо более широкополым, а пушкинский боливар был до того широк, что для того, чтобы пройти через узкую дверь, нужно было сначала пронести боливар впереди себя, потом шагнуть самому и уже за дверью надеть боливар на голову. На пушкинском рисунке к Онегину очень хорошо видна и ширина его боливара, и очень длинные кудри, которые у него лежали на спине. Пушкин вообще был франт-радикал. Он после лицея отрастил очень длинные ногти. И такими он их поддерживал всю жизнь. Они очень хорошо видны на гораздо позднем портрете работы Кипренского. Для того, чтобы самый длинный из ногтей ненароком не сломался, Пушкин на него надевал такой золотой футляр в виде наперстка. Хорошо же он тогда выглядел.
Прогулка Онегина продолжается, как известно, до того времени, пока недремлющий Бригет не прозвонит ему обед. Фирма швейцарца Абрахама Бриге начала выпускать часы за полвека до пушкинской и до онегинской юности. Вообще, это отдельная тема. Пушкин и торговая марка. У него ведь почти нет просто вина, просто шляпы, просто часы. Вот он, Бриге, Бригет. Только сейчас наручный, а тогда, разумеется, карманный. А так все то же самое. Те же синенькие стрелки, те же маленькие кружочки, та же дорогая щеголеватость. Бакенбард тогда еще не было. Пушкин их отрастит в Михайловской ссылке. Но без бакенбард мы его попросту не узнали бы. На одном кутеже Пушкин будто бы побился об заклад, что выпьет бутылку рома и не потеряет сознание. Но он лишился чувств. Все присутствующие видели, что у него сгибается мизинец на левой руке. Сгибается и разгибается. Придя в себя, Пушкин стал уверять, что он все время помнил об закладе и двигал мизинцем по свидетельству того, что не потерял сознание. По общему приговору, пари было им выиграно. Главным развлечением служил театр. Он был всем, что теперь называется шоу. Не существовало даже разделения на драматический и театр оперы и балета. В один вечер могли давать драму, потом водевиль, в перерыве исполнять фортепианные фантазии и еще представить одноактный балет. В театр ходила вся более-менее просвещенная публика. Российское общество в театре располагалось наоборот. Верхи занимали партер, а низы были в верхних ярусах. Только в театре двор и высшее общество могло оказаться вместе с купечеством, с мелкими чиновниками, со студентами. И то, что нравилось одним, могло не нравиться другим. При Павле I был даже специальный указ, согласно которому аплодировать в театре в присутствии царя можно было только вместе с царем. Каково было старым вельможам екатерининских и павловских времен, когда при Александре I в театре уже случалось и свистели, и топали ногами. Пушкин поначалу был неистовым клакером бойкой драматической актрисы Колосовой, но потом перешел в стан поклонников академичной Семеновой и писал, что от Колосовой все усыпают. В балете он пасси не менял, только Истомина, та, что в Онегине быстрой ножкой ножку бьет. Из-за Истоминой случилась четверная дуэль. Прима-балерина жила с Шереметьевым, но поссорилась. И Грибоедов увез ее к другому поклоннику, своему другу Заводовскому. Шереметьев вызвал Заводовского, а секундант Шереметьева, будущий декабрист Якубович, вызвал Грибоедова, как сводника. Шереметьев погиб, а Грибоедову, зная, что он прекрасный пианист, Якубович специально прострелил руку. Вот как любили театр почетные граждане кулис. Пушкин живет с родителями, мучимый скупостью отца. От Невского проспекта, от Анечкова моста до их дома извозчики просили 80 копеек, а Пушкины кофею в лавке брали на пятачок в день. Соболевский рассказывал, что Александру Сергеевичу приходилось упрашивать отца, чтобы ему купили бывшие тогда в моде бальные башмаки с пряжками. И как Сергей Львович предлагал ему свои старые времен павловских. Это дальний непрестижный район города, самый конец Фонтанки. А по ту сторону Фонтанки вообще не было регулярной городской застройки. Тогда не существовало нумерации домов, и адресом было просто Фонтанка, дом адмирала Клокачева. Потом, когда нумерацию ввели, оказалось, что это Фонтанка аж 185. Здесь в зиму
17 года на 18 и потом с 1818 на 19 Пушкин дважды жестоко болеет. Вообще, вырвавшись из лицея, Пушкин живет, скажем так, беспорядочно. Но нет худа без добра. Поневоле из-за болезни, оставаясь дома, он прочтет вышедшие только что 8 томов истории государства российского Карамзина и напишет свою первую поэму «Руслан и Людмила». Проснись! Ты слышишь, голова? Пушкина приняли в ряды Арзамаса, объединения поэтов нового поколения. Он получил там прозвище «Сверчок». Арзамас воюет со староверами из общества «Беседы любителей русского слова». Собратья по перу обеспокоены. Разгульная жизнь мешает расти поэтической смене. Поэт Батюшков предлагал запереть Пушкина на 3 года в германский университет и кормить там одним молочным супом. Пушкин очень болен. Он простудился, дожидаясь у дверей одной которая не пускала его в дочь к себе для того, чтобы не заразить его своей болезнью. Какая борьба благородства, любви и распутства. Вся надежда на поэму. Мол, став автором первой книги, Пушкин сразу остепенится. Свой портрет со знаменитой надписью «Победителю ученику от побежденного учителя» Жуковский дарит Пушкину в день окончания «Руслана и Людмилы». Но в свет книга выйдет, когда Пушкин уже покинет Петербург. В гостях у друзей в этом доме, набережная Фонтанки, 20, Пушкин, глядя в окно, пишет «Оду вольность». Окно выходит на Михайловский замок и в оде строки о страшной ночи 1801 года, когда здесь был убит император Павел I. Михайловский – единственная резиденция в Петербурге, который был построен именно как замок, а не как дворец. Вот здесь был ров, окружавший замок, а это мост через ров. Павел пал жертвой предательства. Молчит неверный часовой, опущен молча мост подъемный. Заговорщики, ворвавшись в спальню императора, били его золотой табакеркой и душили шарфом. О стыд, о ужас наших дней, как звери вторглись янычары. В результате на престол вступил сын Павла, Александр I. Он не мог не знать о заговоре, о степени его соучастия есть разные мнения. Официальной версией смерти Павла был апоплексический удар. Стихотворение Пушкина расходится в списках. Это фактически обвинение царствующего императора в отцеубийстве. Нельзя было Александра уязвить сильнее. Пушкину грозят Соловки или Сибирь. Но за него вступаются Карамзин и Жуковский, и Пушкина просто удаляют из столицы. По службе оформляют перевод на юг. Жизнь на юге начинается с неожиданного отдыха. Вместе с семьей героя войны 812 года генерала Раевского Пушкин отправляется на Северный Кавказ. Приезжает туда больным, лечится на водах. Пятигорск станет курортом еще при его жизни, а к концу века превратится в место роскошное и модное. Но тогда Пушкин застает минеральные источники совсем дикими. Пушкин-курортник. Оказывается, было и такое. Источники, большей частью, в первобытном своем виде. Били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые красноватые следы. Мы черпали кипучую воду кувшином из коры или дном разбитой бутылки. Кавказ – театр военных действий и отдых здесь под охраной казаков и пушки с зажженным фитилем. В семье Раевских сын генерала Пушкину приятель, а из 4 дочерей, 2, Екатериной и Марией, Пушкин был серьезно увлечен. С Кавказа компания морем переправляется в Крым. Пушкин Дельвигу. Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал, луны не было, звезды блистали. Передо мною в тумане тянулись полуденные горы. Ночью на корабле написал я элегию. Погасла
дневное светило. В недлинной жизни Пушкина очень многое бывало в первый и последний раз. А потом это единственное впечатление жило в нем всегда. Вот первый и последний раз он путешествует на корабле, на военном бриге Мингрелия. А каково поэту слагать элегии, качаясь на волнах? Вот, редеет облаков летучая гряда. Первый и последний раз Пушкин в Крыму, а потом будет твердить, что счастье – это как бы купить в Крыму себе кусок земли. Они шли к Гурзуфу. Оттуда, со стороны Тамани и Феодосии и Керчи, Пушкин первый раз в жизни видит следы иных цивилизаций. Греки, византийцы, генуэзцы, татары проходили сквозь эти земли, сменяя друг друга, а тогда для поэзии так много значили образы прошедших веков. В Крыму выступающих на поверхность античных мраморных плит было столько, что их даже использовали при строительстве казарм. В Гурзуфе Пушкин объедается виноградом, купается в море и читает Байрона, наверняка сравнивая свою поездку по Таврии, Крыму, с путешествием лорда-поэта по Греции. Перестроенная множество раз дача герцога Ришелье в Гурзуфе, сейчас это корпус санатория. Пушкин и Николай Раевский-младший жили в нижнем этаже. Читая Байрона и встречая незнакомое слово, посылали наверх спросить Екатерину Раевскую. Она владела английским свободно. 4 гурзуфских недели Пушкин учит английский язык. Учит самоучкой, а потому, понимая все, он английский текст читал как латинскую грамоту. Лет 10 спустя в одной компании взялся читать Шекспира. По-пушкински это получалось что-то вроде «The works of Shakespeare». Это вызвало хохот у того, кто знал английский. Однако было отмечено, что переводил Пушкин Шекспира с листа безукоризненно. Как Керчь и Феодосия, доступная для Пушкина Эллада, так Бахчисарай – доступный Восток. Город еще сохранял вид бывшей столицы Крымского ханства. К тому же Пушкин и Раевские въехали в Бахчисарай к началу мусульманского праздника Байрам. Путешественники ночуют в ханском дворце, его для важных гостей приспособили еще к приезду Екатерины II. Про фонтан слез, который вечно оплакивает любимую наложницу из ханского гарема, Пушкин знал и прежде. В Бахчисарай приехал я больной. Я обошел дворец с большой досадой на небрежение, в котором он и сливает. Раевский почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема. Но не тем в то время сердце полно было. Лихорадка меня мучила. Пушкин видел примерно то же самое. Прозой в письме он пишет про заржавелую трубку, из которой едва капает вода. И кажется, чего из этого еще можно выжить. Через год Пушкин пишет поэму «Бахчисарайский фонтан», в которой смешивает разные времена. В поэме есть хан Гирей, его гарем, и бывшая любимая наложница грузинка, и новая любимая наложница полячка. Еще позже из Михайловского Пушкин пишет посвящение фонтану Бахчисарайского дворца. Скорее, фонтану из поэмы, чем из дворца. «Люблю немолчный говор твой и поэтические слезы». Немолчный говор, а тут за сутки вытекает всего литр воды. В общем, поэзия перекрыла скромный краник. И теперь сюда приходят не к фонтану, воспетому Пушкиным, а к Пушкину, воспевшему фонтан. В том же зале ханского дворца золотой фонтан. Он и больше, и журчит по-настоящему. Его Пушкин будто не заметил. Во время южной ссылки в Петербурге выходят книги Пушкина. У Пушкина титул первого профессионального литератора. Он первым в России стал жить литературным трудом, литературным заработком. А до него на гонорары и нельзя было жить. За самую первую свою книжку, поэма «Руслан и Людмила», Пушкин получает 1500 рублей. Издатель Гневич на ней зарабатывает 4500. Это еще что? Гневич перед этим издавал сборник стихов своего друга Батюшкова. Так из общей выручки 15 тысяч Батюшкову досталось только 2. И это не делается тайно, никто ничего ни от кого не скрывает. Просто такой порядок вещей. Батюшков живет доходами с имения, а стихи пишет для удовольствия, а тут еще немножко заплатили. За кавказского пленника Пушкин получает всего 500 рублей и один авторский экземпляр. Гнедич зарабатывает 5 тысяч. За издание «Бахчисарайского фонтана» берется князь Вяземский.
Он говорит, что цену Пушкина нужно вогнать в байроновскую. Весь тираж Вяземский печатает сам, а потом за 3500 продает его оптом. 500 рублей типографии, 3000 получает Пушкин. Об этой сделке даже пишут в газетах. Вот, с этой книжечки начинается профессиональная русская литература. Шестикратный рост гонорарной ставки в сравнении с предыдущим изданием и самосознание профессионала. У Пушкина имения нет, литература его единственный труд и единственный заработок. Он смотрит на книги как на род товара, но на поэзию он так не смотрит. Его правило «я пишу для себя, печатаю для денег». Но это то же самое, что в стихах знаменитое «не продается вдохновение, но можно рукопись продать». Местечко Кишинев стало городом только за 2 года до того, как приехал Пушкин. Потом его возьмет на постой в свой дом бессарабский наместник генерал Инзов, а сперва Пушкин поселился во флигеле постоялого двора. Захолустье империи, Кишинев, как бы сказали сейчас, политическая передовая. По югу Европы прокатываются революции, за эти бессарабские земли Россия без конца воюет с Турцией, и главное – отсюда начинается восстание греков против турецкого владычества. Во главе повстанцев дослужившийся в русской армии до генерала Александр Ипсилантий. Пушкин с ним встречался в Кишиневе. Борьбе греков симпатизирует вся Европа. Со своим отрядом в Грецию прибывает лорд Байрон, самый знаменитый поэт эпохи, кумир Пушкина. В Москве ходили слухи, что и Пушкин сбежал к грекам. С переменным успехом война продолжается все 20-е годы, до объявления Греции независимой. После каждого поражения восставших в Кишиневе новые волны переселенцев. Рисунок Пушкина. Беженка-гречанка Калипсо Полихрони. Иван Лепранди. Калипсо была чрезвычайно маленького роста, с едва заметной грудью. Длинное и сухое лицо, всегда нарумяненное. Пела она на восточный тон, в нос. Это очень забавляло Пушкина. В особенности турецкие сладострастные заунывные песни. Калипсо отличалась поведением нестрогим. Любовный жар Пушкина горячила легенда, что будто бы Калипсо 15 лет от роду впервые познала страсть в объятиях самого Байрона. Про Калипсо у Пушкина стихотворение «Гречанка». «Ты рождена воспламенять воображение поэтов». Пушкин пил вино как воду, и вино не действовало на него. Еще при мне Пушкин любил две вещи. Свою Калипсу, перед которой делался тих и скромен, и бильярд, к которому пристрастился до нельзя. А играл хуже не знаю кого. В каждой приличной кофейне Кишинева стоял бильярдный стол. Игроки сплошь русские офицеры. Бильярд – новое увлечение Пушкина, средство против кишиневской скуки. Не сидит же каждый вечер дома. Однажды, придя в кофейную Фукса, Пушкин мешал игрокам, надсмехался над ними, и силач-великан полковник Орлов вышвырнул Пушкина в окно. Пушкин оббежал вокруг бильярдной, влетел в нее снова и запустил в Орлова бильярдным шаром. И тогда были только из слоновой кости, это маленькие ядра. Попал Орлову в плечо. Орлов замахнулся кием. Пушкин наставил на него 2 пистолета. «Убью!» Орлов отступил. Отзыв Пушкина. «Хорошая бильярдная». Генерал Инзов, при котором Пушкин состоял не служа, к любым выходкам подчиненного относился снисходительно. Должностных обязанностей нет никаких, благодаря чему закончен «Кавказский пленник», написаны «Гавриилиада», «Бахчисарайский фонтан», «Братья-разбойники», «Песня о вещем Олеге» и начат «Евгений Онегин». Его ближайший друг в Кишиневе – полковник Лепранди, большой знаток дуэльного кодекса, после одного из своих поединков, переведенный из гвардии в армию. Иван Лепранди.
Я знал Александра Сергеевича вспыльчивым иногда до исступления. Но когда он становился лицом к лицу со смертью, Пушкин обладал высшей степенью невозмутимостью. Когда дело дошло до барьера, к нему он являлся холодным, как лед. Кишиневские поединки Пушкина в повести «Выстрел», самом известном литературном произведении про дуэли. Главный герой Сильвио, итальянец по происхождению, как и Лепранди, а привычки его, вроде ежедневных пистолетных тренировок, от самого Пушкина. Александр Вейкман. Пробуждаясь ото сна, он сидел голый в постели и стрелял из пистолета в стену. Знаменитая сцена из повести «Противник Сильвио ест черешни, главные молдавские ягоды, ожидая, когда в него, наконец, выстрелят». Это Пушкин на дуэли с офицером генерального штаба Зубовым после ссоры за карточным столом. Свидетельство Горчакова. На поединок с Зубовым Пушкин явился с черешнями и завтракал ими, пока тот стрелял. Зубов не попал. «Довольны вы?» – спросил его Пушкин, которому пришел черед стрелять. Зубов бросился с объятиями. «Это лишнее», – заметил ему Пушкин, и, не стреляя, удалился. Вот так картинно показывать свое равнодушие к исходу дуэли. Мол, убьют, так убьют, не убьют, так не убьют. В самой повести «Выстрел» там косточки, выплевываемые, долетают прямо до противника. По свидетельству того же Лепранди, Пушкин вообще любил ставить жизнь на карту. А что ему еще оставалось делать? Он единственный штатский среди военных. В мире, где все определяют чины, он всего-навсего коллежский секретарь. У него не хватает денег, а вокруг люди тратят их без счета. Ему 20 с небольшим, а рядом с ним генералы, которые воевали с Наполеоном, когда он был мальчиком, и пожилые важные молдаванские бояре. Как тут еще защитить свое достоинство, если не ставить жизнь на карту? Тогда у Пушкина появилось, приписанное им позднее Дубровскому, обыкновение всегда, выходя из дому, брать с собой пистолет. Ведь не знаешь, когда потребуется постоять за себя. Потом пистолет сменила таскаемая всюду стальная трость 18 фунтов, то есть 7 килограммов весу. Это для твердости руки при стрельбе. Пушкин, дневник. 4 мая был я принят в масоны. Пушкин Жуковскому. Я был масон в Кишиневской ложе, то есть в той, за которую уничтожили в России все ложи. Появившиеся в России при Екатерине, масоны ею преследовались. Но знаменитый русский просветитель Новиков ввел в круг масонов наследника престола Павла, в царстве которого масонских лож особенно много. Видимо, масоном одно время был и Александр, но потом, испугавшись того, что в Европе масоны занялись политикой, он запретит деятельность лож на всей территории империи, начиная с приграничного Кишинева. Масонская ложа, общество вольных каменщиков Овидий, заседает в доме родовитого грека Кацики. Как все масонские ложи, задачи свои ставят совершенствование и просвещение общества. Пушкин в тот день, когда его здесь приняли в масоны, написал: «О каменщик почтенный, о Кишинев, о темный град, ликуй им просвещенный». В те годы масонство в моде. Вечерние заседания, таинственные масонские знаки, клятвы, масонский символ на перстне печатки. Потом, когда ложу запретили, у Пушкина остались расходные книги ложи, незаполненные. И он их использовал под черновики. От этого в академических собраниях сочинений ссылки на первую масонскую тетрадь, вторую, третью. Кстати сказать, теория жидомасонского заговора существовала уже тогда, но Пушкин, видимо, не был ее приверженцем, коль скоро сам к заговору присоединился. По
Поехав в имение молдавского боярина Ралли, Пушкин встретил цыганку Земфиру. Она станет героиней поэмы «Цыганы». Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют. Источник в 2 верстах от имения Ралли называют родник Земфиры. Романтический штамп. Считается, что свою цыганку Пушкин увидел, когда она брала воду. И, мол, из этого оврага увела она его в табор, стоявший на холме. Земфира Ралли. Земфира была высокого росту, с большими черными глазами и вьющимися длинными косами. Александр Сергеевич настоящим-таки образом поселился в шатре. В одно раннее утро Пушкин проснулся в шатре один-одинешенек. Земфира исчезла из табора. Оказалось, что она бежала в Разорешты, куда помчался за ней и Пушкин. Однако ее там не оказалось. Дальнейшая судьба героини. Земфиру зарезал ее возлюбленный цыган. Цыгане – любимые романтические герои. Вечные скитальцы – они сама природа, не то что дети городов. У них веселье сменяет беспричинная тоска, в их страсти любовь всегда находит рифмы «кровь». Только в таборе жизнь, как романтическая поэма, Земфиру в стихах убил Олега, как Земфиру наяву зарезал пушкинский соперник. И всюду страсти роковые, и от судеб спасения нет. Трехлетнюю южную ссылку Пушкина завершает год жизни в Одессе, которая так не похожа ни на Кавказ, ни на Крым, ни на Молдавию. Одесса тогда – центр огромного края, обнимающего Черное море. Это, по сути, второй европейский город России после Петербурга. Только Петербург – это Северная Европа, а Одесса – Европа Южная, Средиземноморская. Это совсем молодой город, основанный всего за 5 лет до рождения Пушкина. Он на редкость грамотно распланирован и стремительно растет. Одессе даровано право Порто-Франко. Здесь беспошлинный ввоз и вывоз товаров морских портов. Это очень свободная экономическая зона. Южно-русский Гонконг 19 века. Лев Пушкин. Пушкин опять предался светской жизни. Любовь овладела сильнее его душою. Она предстала ему со всей заманчивостью интриг, соперничества и кокетства. Она давала ему минуты и восторга, и отчаяния. Однажды в бешенстве ревности он пробежал 5 верст с обнаженной головой под палящим солнцем по 35 градусам жара. Тот припадок ревности из-за Каролины Собанской, красивейшей польки Одессы. Их было 2 сестры. Эвелина Собанская, по первому мужу Ганска, станет возлюбленной, а затем и женой Анаре де Бальзака. Каролине свои стихи посвятит и Адам Мицкевич, а Пушкин уже в 30-м году напишет в ее альбом признание «Что в имени тебе моем». В начале 20-х годов на подъеме тайное общество политических заговорщиков. Их потом назовут декабристами. На юге большая часть знакомых Пушкину офицеров – члены Союза благоденствия. Пушкин подозревает, что его друзей объединяет тайна. Он уязвлен, он стремится войти в их круг, он жарче их самих зовет к тирану убийству. Но пушкинская поэзия для декабристов слишком вольна, нет в ней должной идейной строгости. Опасаясь пушкинской несдержанности, они его к себе не зовут и не признаются, что для борьбы за свободу создали военную организацию.
Декабрист Горбачевский. Нам от Верховной Думы было запрещено знакомиться с поэтом Пушкиным, когда он жил на юге. Прямо было сказано, что он по своему характеру и малодушию, по своей развратной жизни сделает донос тотчас правительству о существовании тайного общества. Мне рассказывал Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин про Пушкина такие на юге проделки, что уши и теперь краснеют. На обращенной к театральной площади угловой балкон гостиницы выходило казино, казино, в замечательном пушкинском описании «Одесского дня», начиная от бьющей на заре пушки и кончая вечерним походом в оперу. Этот день включал в себя утреннее морское купание, выкуривание первой трубки, кофе по-восточному с гущей, приход кораблей, суета купцов, свежие новости. В Одессе ведь кроме беспошлинного пропуска товаров существовал и бесцензурный пропуск газет. Дальше у Пушкина восторженный гимн поеданию живых устриц, доставленных из Стамбула. Оттуда при обычном ветре ходу до Одессы было 48 часов. В общем, Одесса – город блестящий, бурлящий, соблазнов много, не то что в патриархальном Кишиневе. И здесь, как нигде в жизни, Пушкин чувствует нехватку денег. Он даже с городскими извозчиками сумел расплатиться только-только перед отъездом. Вяземский прислал гонорар, и Пушкин, растворивший окно, со всей площади зывал извозчиков к себе. Одессу Пушкин то хвалит за ресторан француза Талона, то ругает за грязь. Мастить улицы только начинали. За несносный для северянина климат обзывает Одессу летом песочница, зимой чернильница. По частям письменных приборов на каждом столе в канцелярии генерал-губернатора графа Воронцова. Себя Пушкин уподобляет римскому поэту Овидию, сосланному в эти самые края императором Августом, и свое жалование принимает как паек ссыльного. Воронцов, заставляя подчиненного служить всерьез, посылает его на саранчу инспектировать поля, пораженные вредителем. Рапорт, будто бы поданный Пушкиным графу Воронцову по возвращению из командировки для истребления саранчи. Саранча летела-летела и села. Сидела-сидела, все съела и вновь улетела. Воронцов к Антону. Начал я читать другие отчеты по саранче. Тут и планы, и таблицы. Осилил я один страниц в 30 и задумался. Какой вывод? Сидела-сидела, все съела и вновь улетела. Другого вывода я сделать не мог. Мне стало смешно, и гнев мой на Пушкина утих. С командировки на саранчу начинается служебный конфликт, осложненный почти служебным романом. Пушкин полюбил жену генерал-губернатора, графиню Елизавету Воронцову. Сыновитая Воронцова, по матери она из рода Потемкиных, старше Пушкина на 7 лет. Не по должности мужа, но по блеску своей зрелой красоты, уму и живости характера, Воронцова – первая дама Одессы, хозяйка лучшего салона. До постройки дворца Воронцовы жили на Херсонской улице, где на первом этаже помещалась часть канцелярии. Эта мраморная лестница вела в большой зал, который разделял две комнаты. В гостиной собирались приглашенные графиней Воронцовой, в бильярдной приглашенные графом Воронцовым. Так сказать, общество поэтическое и практическое. Пушкин всегда бывал в первой и никогда не бывал во втором. Про таких, как Воронцов, тогда говорили «человек практического ума». Выдающийся государственный деятель России, граф Воронцов поэзию Пушкина не то чтобы не любил или не ценил, он ее не понимал, потому что не видел в ней практического смысла. И к Пушкину относился как к мелкому чиновнику своей канцелярии. Писал, что в 2 недели он говорит с ним не более 4 слов. Конечно, его злило, что мелкий чиновник, да к тому же ссыльный, смеет вообще поднимать глаза на ту, которая носит его, графа Воронцова, фамилию. Слухи о романе Пушкина с Воронцовой клубились вовсю. Потом даже будут говорить, что, возможно, свою дочь Софью графиня Воронцова родила от Пушкина. Доходили до Воронцовой пушкинские эпиграммы. Это ведь на него Пушкин написал одну из самых едких. «Полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что будет полным наконец». Ну как можно стерпеть такое?
Из письма графа Воронцова графу Нессельроде. Кстати, повторяй мою просьбу. Избавьте меня от Пушкина. Это может быть превосходный малый, хороший поэт, но мне бы не хотелось иметь его дольше ни в Одессе, ни в Кишиневе. Во всех пушкинских бумагах портреты Воронцовой. Он рисует их больше 30. С графиней Пушкин обсуждает отчаянный план своего бегства за границу. Графу он пишет прошение об отставке. Меж тем московская полиция распечатывает письмо. Пушкин сообщает Кухельбекеру о своем увлечении атеизмом. За такое отправляют не просто в отставку. Херсонская 42, адрес любимой женщины, а туда дальше Херсонская 34, другое здание канцелярии Воронцова, в котором Пушкин получал свой паёк ссыльного. Перед разлукой Воронцова подарила Пушкину перстень-печатку. У нее остался такой же. Пушкин запечатывал этим перстнем свои письма, и про этот перстень его знаменитое стихотворение «Храни меня, мой талисман». После смерти Пушкина перстень перешел к Жуковскому, от него к Тургеневу. Тургенев выскажет пожелание, чтобы после его кончины перстень бы передали Льву Толстому, с тем, чтобы Лев Толстой, когда настанет его час, передал бы перстень следующему, наследнику пушкинской традиции в русской литературе. Но после смерти Тургенева Полина Виардо передала перстень в музей Царскосельского лицея. В 17 году музей ограбили, перстень пропал. С тех пор не нашелся, осталось только несколько отпечатков в пушкинских письмах. Уволенного Пушкина из Одессы отправляют в настоящую ссылку. Юг все же выдавали за принудительную командировку. Теперь не будет даже скромного жалования, устанавливается надзор, и конец срока наказания никак не обозначен. В псковское имение отца Михайловское приказано ехать, минуя Киев, въезд в столицу запрещен категорически. Пушкин Александру Тургеневу. Воронцов – вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое. Удаляюсь от зла и сотворю благо. Брошу службу и займусь рифмой. Одесса поставила и памятник графу Воронцову, практику невысоких душевных качеств, основателю черноморского судоходства, строителю шоссе и попечителю научных обществ, и памятник Пушкину, автору лучшего гимна Одессе «В путешествии Онегина», поэту, на практике не одолевшему и саранчи. Жизнь в Михайловском начинается со ссоры. Родители Пушкина напуганы его ссылкой. После шумных объяснений они уезжают из родового имения, забрав с собой Ольгу Сергеевну и Льва Сергеевича. Боятся, что Пушкин будет дурно влиять на брата и сестру. Пушкин поначалу обрадовался покою и тишине. По мере того, как наступают холода, его гложет тоска. Одно дело приезжать сюда летом, ну как на дачу, а другое дело зимовать, когда вот так все заметет, а край северный темнеет рано, никакой жизни, забыт ты здесь и Богом, и людьми. Полотна Кончаловского «Пушкин в Михайловском» – часть легендарного образа «Поэт в изгнании». На самом деле все было беднее и без картинного вдохновения. Комнатка Александра Сергеевича была маленькая, жалкая. Стояли в ней всего на все простая кровать деревянная с двумя подушками, одна кожаная, и валялся на ней халат. А стол был ломберный, ободранный. На нем он и писал, и не из чернильницы, а из помадной банки. Прославленная няня Арина Родионовна – единственный, кроме Пушкина, человек, оставшийся в господском доме. Про ее сказки Пушкин говорит, что исправляет ими недостатки своего французского воспитания. Крепостная Арина Родионовна Яковлева была няней и Пушкина, и его сестры, и его брата. Ей давали вольную, но она отказалась. На дочери Арины Родионовны был женат слуга Пушкина Никита Козлов. Старая няня действительно была талантливой сказительницей, Пушкин за ней записывал и 4 сюжета использовал. Сказка о царе Салтане. У Арины Родионовны сказ начинался словами: «Некоторый царь ехал на войну, он оставил жену свою беременную».
сказка о попе и работнике его балде. Само это слово «балда» в русский язык введено творческим дуэтом Яковлева-Пушкин. Сказка про Кощея взята в пролог к Руслану и Людмиле, а международный сюжет сказки о мертвой царевне, он есть и у братьев Гримм, няня и поэт раскрасили совершенно по-русски. Ты, царица, спору нет, ты на свете всех милее, всех румяней белее. И выпить нянюшка любила. Про это вспоминали все, кто побывал у Пушкина в Михайловском. Что знаменитое «Выпьем, добрая подружка бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей» — это все не для красного словца. Я там был, мед, пиво пил, и усы лишь обмочил. Петербург близко, но Пушкину туда путь заказан. Зато Пушкина теперь можно из Петербурга навещать. И первым 11 января 25 года приезжает Пущин. Пущин, про которого мой первый друг, мой друг бесценный. Иван Пущин. Валились с маху притворенные ворота, не было силы остановить лошадей у крыльца. Я, оглядываясь, вижу на крыльце Пушкина босиком в одной рубашке с поднятыми вверх руками. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод. Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга. Один почти голый, другой весь забросанный снегом. Я тотчас догадался, что это его няня. И чуть не задушил ее в объятиях. Вот оттуда под гору лошади понесли и влетели прямо в ворота. Самые старые ели, они помнят не только, что Пушкина с Пущиным, они Ганнибала помнят. Пущин приезжает сюда в 8 часов утра. Находится в Михайловском до 3 ночи. Сначала что, как, 4 года не виделись. Потом рассказы про петербургский сплетник, кто чего про Пушкина говорит. Потом Пушкин читает вслух привезенную ему рукописную копию «Горе от ума». Это значит, он читает часа 2-2,5. Грибоедов свою комедию написал в прошлом, в 1924 году. Она пока не разрешена ни для печати, ни для постановки. А потом Пушкин диктует начало своих «Цыган». Пущин должен отвести начало поэмы в Петербург для публикации в «Альманахе». Приезд Пущина тоже стал легендой, как подвиг дружбы его воспел исторический живописец Николай Ге. Настало время обеда. Начались тосты за Русь, за лицей, за отсутствующих друзей. Незаметно полетела в потолок и другая пробка. Попотчевали искрометным няню. По дороге в Михайловское Пущин покупает 3 бутылки шампанского «Вдова Клико» ночью в городке Остров. Это тогда был уездный город и сейчас райцентр Псковской области. Без шампанского, а оно, разумеется, было только французским, не представим серьезный разговор двух модных молодых людей. Именно этим шампанским Онегин угощал Ленского. Это был совершенно серьезный мужской напиток, и можно было действительно напиться. Другое дело, что это не каждому по карману, поскольку бутылка «Вдовы Клико» стоила 12 рублей, а корова, например, 20. К тому времени это шампанское уже давно пьют в России. Клико овдовело еще до Пушкина. Из урожая 1824 года в Россию везут почти 250 000 бутылок, 90% всего урожая. В заказах первенствовал государь. Императорский двор покупал по 10 тысяч бутылок французского шампанского ежегодно. Далее в списке сплошь друзья и знакомые Пушкина. На втором месте, опережая генералов Раевского и Ермолова, подполковник в отставке Денис Давыдов, самый знаменитый гусар России. Пущин застает в разгаре роман Пушкина с крепостной Ольгой Калашниковой, дочерью Михайловского старосты. Калашникова потом переведут старосты в другое поместье Пушкиных – Болдино. Ольга уедет с отцом. Дорога им через Москву. Пушкин князю Вяземскому.
Письмо это тебе вручит очень милая, добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Дай ей денег, сколько ей понадобится, а потом отправь ее в Болдино. Милый мой, мне совестно, ей-богу, но тут уж не до совести. Ольга на 7-м месяце беременности. Вяземский деньги ей передает через кого-то. Пушкину пишет, что «я сам чреватой грамоты твоей не видел». В Болдино Ольга Калашникова родила сына. Назвали Павликом. Мальчик умер 1,5 месяцев от роду. И связь барина с крепостной девушкой, и незаконнорожденные дети тогда в порядке вещей. И вокруг Пушкина было много незаконнорожденных. Василий Андреевич Жуковский, например, он же не сын Андрея Жуковского. Он сын барина Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальхи. Ольга Калашникова – случай крестьянки-барыни. Совесть Пушкина мучила. Приезжая в Болдино, ходил на могилку Павлика. Ольге он дал вольную и денег на приданное. Та в Болдино вышла замуж за соседского помещика, зажила хозяйка именица, деньги с Пушкина потом они тянули с мужем вместе. Имел счастье видеть Александра Сергеевича, господина Пушкина, который удивил странную своей одеждою. У него была надета на голове соломенная шляпа в ситцевой красной рубашке с предлинными черными бакенбардами, также с предлинными ногтями, с которыми он очищал шкорлупу в апельсинах и ел их с большим аппетитом. Я думаю, около 50. Торговец Лапин. 1825 год. Пушкин Рылееву. Тебе скучно в Петербурге, а мне скучно в деревне. Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа. Как быть? Первую Михайловскую зиму Пушкин начинает писать трагедию «Борис Годунов». По преданию, Годунов завладел русским троном, подстроив убийство законного наследника, маленького сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия. По Пушкину, от беззаконных захватов короны самые страшные беды русских царствований. Он уже писал про убийство заговорщиками Павла I и еще напишет про Пугачева, называвшего себя спасшимся от заговорщиков Петром III. После правления Годунова на Руси началось смутное время. Польские оккупанты привели на престол самозванца Гришку Отрепьева, объявленного уцелевшим Дмитрием. Про смуту – два новых тома истории государства российского Карамзина. Пушкин находит их злободневными, как свежая газета. Он и сам живет в краю, где творилась допетровская история. В Московском Кремле похоронен знаменитый юродивый Николка, про которого Пушкин читал у Карамзина. Когда Иван Грозный, покорив Новгород, шел на Псков, ему навстречу попался Николка, который протянул царю кусок сырого мяса. «Я христианин, и мясо в Великий пост не ем», – сказал Грозный. «Мясо ты не ешь, а кровь пьешь?» – ответил Николка. У Пушкина в «Борисе Годунове» это, конечно, сцена разговора царя с юродивым, когда Годунов просит молиться за него, а юродивый отвечает: «Нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит». За меня блаженный. Нет, Борис, нельзя, нельзя, Борис, нельзя молиться за царя Ирода. Тенор юродивый Иван Козловский. Мир узнает пушкинскую трагедию великой оперой Мусоргского. Богородица не велит. Жуткие видения баса царя Бориса – лучшая роль Шаляпина. Мальчики кровавые в глаза! Он! Пушкин князю Вяземскому. Трагедия моя кончена. Я перечел ее вслух один. Бил в ладоши и кричал: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!»
Единство времени и места. Последняя авторская ремарка в Годунове «Народ безмолвствует» остается главной пословицей про электорат. Пушкин же писал это в Михайловском, через который шли поляки, двигаясь на Москву. Этот холм – городище Воронич, самое древнее поселение в здешних местах. Пушкин, подражая летописцам, указывает на Борисе Годунове, что это писано в Ворониче Алексашкой Пушкиным. С этого холма хорошо видны были две церкви, их сейчас нет. В них заказывают панихиду по Байрону в первую годовщину смерти английского поэта. Лорд Джордж Байрон был протестантского воспитания, вообще считал себя атеистом. Чтобы не смущать деревенских попов, просит служить по рабу Божьему Георгию. Священник по прозвищу Поп Шкода еще очень удивился пушкинской набожности. Это ж каково звучит по-русски? Панихида по Байрону. Мол, был Байрон, да весь вышел. Это панихида по Байрону в себе. Пушкин вернулся с юга автором цветистых романтических поэм. Его называли «Русский Байрон». Потом его творчество, как говорят, обрусело, начиная с Евгения Онегина, а Борис Годунов – это народная трагедия. У Пушкина год не за два и не за три, год за целую эпоху. Год и нет русского Байрона, а есть русский Шекспир. За три лета и две зимы в Михайловском самое значительное распоряжение Пушкина-помещика – устроить в погребе тир. Крестьянин Тимофеев. Наш Александр Сергеевич никогда этим не занимался, чтоб слушать доклады приказчика. Всем староста заведовал, а ему было все равно. Хошь, мужик, спи, хошь, пей. Пешие или конные прогулки – это чаще всего две версты до соседнего Тригорского, имения Просковьи Александровны Осиповой-Вульф. Там целая вереница барышень, там влюбленности в шутку и не на шутку, там Пушкина обожают, его стихами зачитываются. В Михайловском же Пушкин никакого хозяйства не ведет, и настоящая задушевная усадебная жизнь для него только здесь, в Тригорском. Здесь делают на зиму все запасы, варенье, соленье, мочат бруснику. Здесь к приезду дорогого гостя пекут яблочный пирог, а его любимое кружовенное, так тогда говорили, кружовенное варенье, ему потом будут присылать и в Петербург. Уклад жизни поместья Лариных в Евгении Онегине списан с Тригорского. К Осиповой приезжает в гости племянница Анна Керн. Еще 6 лет назад Пушкин встречал ее в Петербурге. Анна в ссоре с мужем, старым генералом. Она красавица, портретов молодости, увы, не сохранилось. Она поклонница Пушкина, а он поклонник ее ножек. Их страсть тайная. Они дурачат бдительную тетку Анны. Она собирается вернуть беглянку генералу Керну. Кузена Анны, он ухаживал за ней. И кузину Анны, она влюблена в Пушкина. Анна Керн. Я должна была уехать в Ригу. Он пришел утром и на прощание принес мне экземпляр 2 главы Онегина в неразрезанных листках, между которых я нашла в четверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами «Я помню чудные мгновения». Когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать. Что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю. Во время пребывания моего в Тригорском я пела Пушкину стихи Козлова «Ночь весенняя». Дышала. Ей самое знаменитое посвящение, и о ней потом самые грубые отзывы. «Вавилонская блудница» – это еще из мягких. Роман, как часто у Пушкина, непродолжительный. Последнее письмо из Михайловского он пишет Керн в декабре, уже захваченный политическими потрясениями. Псковскую глушь с опозданием 10 декабря приходит весть о внезапной кончине императора Александра I. Александр умер бездетным, его наследником считался следующий по старшинству брат, великий князь Константин. Но Константин от престола наследия отрекся тайно, и о том, что императором будет великий князь Николай, знали очень немногие.
В Петербурге присягнули Константину, а затем, получив письмо из Варшавы, Константин был наместником Польши, должны присягать заново. Возникло междувластие. Пушкин решает втихомолку съездить в столицу. Там сейчас не до проверки отлучившихся ссыльных. Он повидает друзей и через несколько дней вернется, как ни в чем не бывало. Остановиться думает у Кондратия Рылеева. Но в самом начале пути лесную дорогу перебегает заяц. Тогда эта примета пострашнее черной кошки. И суеверный Пушкин поворачивает назад. Здесь и сейчас полно живности. А тому зайцу, из-за которого Пушкин вернулся, великий выдумщик Ризо Габриадзе собирается поставить памятник как спасителю русской литературы. Междувластием решают воспользоваться члены тайного общества. На утро 14 декабря они назначают начало своего восстания. Его потом назовут «восстанием декабристов». План такой – вывести войска на Сенатскую площадь и заставить сенаторов вместо присяги Николаю подписать манифест к русскому народу о созыве учредительного собрания. «А вот каковы были бы последствия моей поездки», – прибавлял Пушкин. «Я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером, чтобы не огласился слишком скоро мой приезд, и, следовательно, попал бы к Рылееву на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом. Вероятно, я попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, мои милые». Трудно представить более неудачное восстание. Лейб-гвардии московский полк вывели на Сенатскую площадь через 3 часа после того, как сенаторы, приняв присягу, уже разъехались по домам. Подкрепление подошло еще через 3 часа. По дороге восставшие части встретили Николая и прошли мимо, только не ответили на его приветствие, при том, что планировалось арестовать царскую семью и занять Зимний. На огромной площади в ожидании приказов действовать солдаты мерзли целый день, стоя без шинелей. Решительность восставшими была проявлена только в 2 случаях. Александр Бестужев на глазах солдат точил свою саблю об гранит памятника Петру Первому, а Каховский застрелил санкт-петербургского генерал-губернатора Милорадовича, при том, что Милорадович, будучи приверженцем Константина, сам медлил с присягой Николаю. К вечеру Николай стянул верные ему войска. Исход дела решили 4 заряженных картечью пушки. После залпов часть солдат отступала по Неве, но лед треснул. Рассеянных мятежников ловят на окрестных улицах. Случилось неслыханное. Первое в России вооруженное политическое выступление. В этой гостиной в Тригорском Пушкин узнает о восстании декабристов. У Осиповых был повар, звали Арсений. Каждую зиму его отправляли в Петербург продавать яблоки, а тут он вернулся раньше срока. Семейство сидит в гостиной, Пушкин стоял у печки по воспоминаниям дочерей. Арсений, потрясенный, рассказывает, что в Петербурге бунт, что там кругом разъезды, караулы, и что он оттуда на силу выбрался. Следствие по делу декабристов ничего хорошего не сулит. Жуковский сообщает, что стихи Пушкина находят при обыске у всех арестованных. Пушкин даст расписку, что в тайных обществах не состоял и об их существовании не знал. Последнее не совсем правда. Не догадываться об их существовании Пушкин не мог. Между тем, вступление на трон нового монарха – это шанс быть прощенным в связи с коронацией. Пушкин князю Вяземскому. Я писал царю тотчас по окончании следствия. Жду ответа, но плохо надеюсь. Бунты и революции мне никогда не нравились, это правда. Но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков. В самый Новый год выходит первый сборник «Стихи Александра Пушкина». Он мечтал о нем 10 лет. Успех огромный. Том расходится в несколько недель. Пушкин пишет следующие главы Онегина и не спешит печатать «Цыган и Годунова». В ответе издателю огрызается: «Я самого себя хочу издать или выдать в свет». В смысле, освободиться из ссылки.
Соседи Пушкина в Тригорском были, наверное, самыми внимательными читателями Онегина, поскольку в героях старались узнавать себя, и все спорили, кто Татьяна, кто Ольга, кто Ленский, кто Онегин. Онегином они считали Пушкина. Правда, Кихельбекер, например, говорил, что Пушкин – это сама Татьяна. Хозяева Тригорского у себя в парке над рекой поставили скамью, назвали ее Онегинской. Пушкин Онегина писал 7,5 лет, публиковал главами. Такой сериал начала 19 века, только литературный. Судьба главных героев заранее не решена, и все спрашивают автора, обвенчает ли он Онегина с Татьяной, пощадит ли Ленского на дуэли. А автор, похоже, менее всего озабочен сюжетом. Он свой роман в стихах кончит главного героя и не женив, и не уморив. И главным героем, по сути, сделает себя в своих авторских отступлениях, выскажется по поводу всего на свете. Про деревню и про столицы, про путешествия, про картины природы, зима крестьянин торжествуя, и про законы сердечной науки. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Все, от А до Я. Энциклопедия русской жизни. Приговором декабристам 5 повесить, 120 на каторгу, общество поражено. Хотя справедливо замечание графа Воронцова, в другой стране 5 петлями не обошлось бы. Но смертную казнь в России отменили еще в 1741 году, и никто не мог представить ее применение к дворянину. Василий Щербаков. Пушкин сказывал, что в бытность свою в деревне ему приснилось накануне экзекуции над 5 известными преступниками, будто у него выпало 5 зубов. Пушкин был лично знаком со всеми 5 казненными. Среди них и Рылеев, у которого Пушкин собирался остановиться в Петербурге. Рисунок на полях рукописи. 5 повешенных. Подпись. «И я бы мог, как шут». 3 сентября в Михайловском появляется фельдъегерь с приказанием срочно собраться и ехать с ним в Москву. 8-го Пушкин в Первопрестольной, его доставляют прямо в Кремль, где в дни коронационных торжеств находится царь. Чудовский дворец, в котором встречались Пушкин и Николай I, в Кремле давно снесли. По разрозненным пересказам того и другого восстановлена большая часть их разговора. Государь поздравляет Пушкина с освобождением из ссылки, спрашивает: «Что бы тот делал, окажись 14 декабря в Петербурге?» Ответ: «Все друзья мои были в заговоре, я не мог бы не участвовать, лишь отсутствие спасло меня». Считается, что Пушкин ободрил Николая, сравнив кровь, пролитую при его восхождении на престол, с воцарением Петра Великого. Позже у него в стихах будет: «Начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни». Николай преклоняется перед Петром, и это неожиданное оправдание ему очень по душе. Услышав от Пушкина о чрезмерно строгой к нему цензуре, Николай говорит, что впредь его цензором будет сам. Новое произведение следует представлять ему. Царь беседует с Пушкиным 2 часа, больше, чем с любым из своих сановников. Вечером того же дня на балу он сообщает приближенным: «Я говорил с умнейшим человеком России». Назад в Тригорской Пушкин пишет о посвященных коронации гуляньях: «Столы на 3 версты и фонтаны вина». Но Москва коронует и Пушкина. Он и не знал о своей славе, обретенной за 6 лет отлучки. Его появление в Большом театре вызывает фурор, он центр внимания на балах, ему с восторгом внимают в лучших салонах. Отныне он будет жить как публичный человек. Для общественной верхушки он всероссийская знаменитость. We'll be right back.
Освобожденный из ссылки Пушкин живет на две столицы. Так существуют все публичные фигуры, начиная с государя. Сама столичная жизнь, она поделена на два города. Постоянного жилья, даже наемного, нет, и Пушкин останавливается в лучших гостиницах. Петербургской «Трактир Демута» на Мойке и московской «Англия» в Глинищевском переулке. Там потом был комитет советских женщин. Единственный в своем роде музей литературного героя – двор станционного смотрителя Самсона Вырина в деревне Выра. Фамилию героя Пушкин взял от деревни. Через здешнюю станцию Пушкин проезжал 13 раз. На станциях меняли лошадей, чтобы дальше скакать на свежих. Пушкинские слова в станционном смотрителе. Я знаю все почтовые тракты России, несколько поколений ямщиков, редко какого смотрителя не знаю в лицо. Это Пушкин про себя. Пушкин по России проехал 40 тысяч верст. Это больше, чем окружность экватора. Сейчас авиакомпании за такой километраж дают скидки своим пассажирам. У Пушкина еще было обыкновение не ждать, пока распрягут старых лошадей и запрягут новых. Он шел вперед по дороге, и случалось, свежая тройка нагоняла его на 10-й версте от станции. Он еще мог пойти пешком с Царского села в Петербург, а это 30 верст. Общеизвестно, дороги в России были плохие, но при этом русские ямщики умудрялись ездить быстрее всех. Очень пугали этим иностранных пассажиров. Дорога из Петербурга в Москву тогда занимала от 3 дней до 5. Царский кортеж из одной столицы в другую шел неделю. Посетитель ресторана «Гальяни». Я сейчас увидел Пушкина. Он сидит у «Гальяни» на окне, поджав ноги и глотает персики. Как он напомнил мне обезьяну. Заведение итальянца Гальяни в Твери было лучшим рестораном по дороге из Москвы в Петербург, о которой у Пушкина целый гастрономический путеводитель. У Гальяни иль Кальони, закажи себе в Твери с пармезаном макарони, да яичницу свари. На досуге отобедай у Пожарского в Торжке, жареных котлет отведай, именно котлет, и отправься налегке. В дороге Пушкин часто играет. Картам он пристрастился еще в лицее, видит в них поэзию риска, испытание судьбы. Играет обычно несчастливо. На постоялом дворе в Боровичах, начав с 5 рублей, проиграл заезжему гусару 1600. Перед южной ссылкой проиграл оцененную в 1000 рублей рукопись первого сборника стихов. Выкупить рукопись назад и издать сборник удалось только через 5 лет. Пушкин и позже, случалось, ставил на кон неопубликованные стихи. Пушкин проиграл все бывшие у него деньги. Он предложил только что оконченную им 5-ю главу своего «Онегина». Ставка была принята, так как рукопись эта представляла собою тоже деньги, и очень большие. Пушкин получал по 25 рублей ассигнациями за строку. И Пушкин проиграл. Следующей ставкой была пара пистолетов, но здесь счастье перешло на сторону поэта. Он отыграл и пистолеты, и рукопись, и еще выиграл. 1500. Пушкин играл в азартные карты. В них имеют значение не расчет, не соображение, а только слепой случай – расклад карт. Азартная игра вообще-то преследовалась. За заядлыми игроками следили. И в донесениях жандармов Пушкин проходил не только по политической, но и по уголовной части. Самую распространенную азартную игру – банк, другие названия – фараон и штос – Пушкин просто-таки воспел в «Пиковой даме». Игра в банк поражает своей простотой. Как играли Герман и Чекалинский в «Пиковой даме». Старуха-графиня назвала Герману 3 верных карты – тройка, семерка, туз. Герман приходит играть. Он понтирует, то есть он ставит на карту. В своей колоде находит заветную тройку, кладет ее рядом. Сверху обычно клался куш. Вот это золотой царский червонец. Герман играл на 47 тысяч, у него был банковский билет. Мечет банк, то есть раскладывает вторую колоду Чекалинский, он банкомет. Если карта, на которую поставил понтирующий, ляжет слева от банкомета, то выиграл понтирующий. Если справа, то выиграл банкомет. Масть значения не имеет. Герман просто должен ждать первой тройки. Вот,
Тройка легла слева от банкомета. Герман выиграл. Он открывает свою карту. Говорит, тройка выиграла. Получает 47 тысяч. На следующий день таким же образом он ставит на семерку и выигрывает 94 тысячи, увеличив куш против вчерашнего вдвое. Третий роковой день. Герман приходит, находит в своей колоде, как он считает, туза. Ставит уже 188 тысяч. Чекалинский сдает. Все правильно. Справа легла дама, слева к Герману лег туз. Герман, уверенный в своей победе, не глядя, открывает карту, говорит, туз выиграл, дама ваша убита, ласково отвечает Чекалинский. Герман не верит своим глазам, как он мог так обдернуться, то есть положить не ту карту, которую хотел. Страшное сходство поражает его. Старуха, кричит он в ужасе. Германа, как известно, поместили в сумасшедший дом. Там он быстро-быстро повторяет «тройка-семерка-туз, тройка-семерка-дама, тройка-семерка-туз, тройка-семерка-дама». Повесть в большой моде. Пушкин с гордостью сообщает, что в столицах игроки понтируют на тройку, семерку и туза. Никакого состояния Пушкин нажить не может. Единственное его богатство – собираемая библиотека. Его ближайший товарищ – Сергей Соболевский, первый книголюб своего времени. Друзьям, пристально следящим за книжными новинками двух стран, попадается французский сборник «Гузла» – перевода народных песен Сербии, Боснии и Хорватии. Фольклор будущей Югославии изумляет своей живостью. Пушкин принимается за перевод переводов, дает свое название – «Песни западных славян». Выясняется, что собиратель песен, предпринявший для того экспедицию на Балканы, знаменитый романист Проспер Мериме. Соболевский, знакомый с Мериме, просит француза что-то написать про историю создания занятного цикла. Париж, улица Висконти, 20. Раньше это была улица Маре-Сен-Жермен. Здесь жил Проспер Мериме, французский классик, автор знаменитой «Кармен». На самом деле Мериме не собирал песен в Боснии и Хорватии. Он туда поехал, но добрался только до Венеции. Дальше денег не хватило. И уже вернувшись назад сюда, он здесь написал из головы эти песни, сборник «Гузла», то есть «Гусли». Правда, Мериме пользовался некоторыми источниками. Проспер Мериме в письме Соболевскому. Передайте господину Пушкину мои извинения. Я горжусь и стыжусь вместе с тем, что и он попался. Мистификация раскрылась только при переложении песен на русский. Пушкин нисколько не обиделся. Такие фокусы были вполне в его вкусе. Кто бы вспоминал про какую-то литературную мистификацию, которой уже 160 лет. И действительно, миллионы людей знать ничего не знают про песни западных славян и не знают про название одной из них «Конь Фомы II» и только повторяют ее первую строчку «Что ты ржешь, мой конь ретивый». Песни западных славян – это ведь двойная мистификация и двойной перевод. И, казалось, ничего там живого, никакой поэзии остаться уже не может. Но гений на то и гений, что создает шедевры по любому поводу. И «Что ты ржешь, мой конь ретивый» – есть главное русское народное обращение к коню и вообще к любому существу, которое ржет. И непременно входит в учебник «Родная речь», потому что это наш главный стишок про лошадку. Неожиданное продолжение истории. После казуса с Пушкиным Мериме начинает учить русский язык. Вот его русские автографы. Первооткрыватель Пушкина во Франции, Мериме 40 лет будет переводить его на французский. «Цыганы», «Выстрел», «Пиковая дама», «История Петра», «Борис Годунов», «Евгений Онегин». Так что Пушкин отмщен с лихвой. Thank you.
конце 20-х годов Пушкин все время чей-то жених. Он всегда увлекался легко, но разговоров о женитьбе прежде не заводил. А теперь, как говорят, он хочет жениться не потому, что влюбился, а влюбляется потому, что хочет жениться. Пушкин сватается к своей дальней родственнице Софье Пушкиной. Потом так уверен в женитьбе на Анетте Олениной, что пробует на бумаге, как будет выглядеть подпись «Анетта Пушкина». Молва твердит о его помолвке с Екатериной Ушаковой. В альбоме сестры Ушаковой он отчитывается о своем любовном опыте. Пишет в колонку свой донжуанский список, 37 имен. Он сам его составил, а не какие-то литературные гробокопатели. Николай Смирнов. Все думали, что Пушкин влюблен в Ушакову. Но он ездил к сей, чтобы два раза в день проезжать мимо окон Гончаровой. Знаменитый первый бал Наташи Ростовой – это бал у Йогеля. Танцмейстер Петр Андреевич Йогель учил танцевать всех лучших невест Москвы. Вообще всю московскую дворянскую молодежь. Но Наташа Ростова – это придуманная ученица Йогеля, а подлинная его ученица – Наташа Гончарова. На балу у Йогеля в доме Кологривовых на Тверском бульваре Пушкин впервые встречается со своей будущей женой. В их первый танец в феврале 29-го Натали 16, Пушкину почти 30. Натали была в белом воздушном платье с золотым обручем в темных волосах. Еще полудетская красота ее – совершенство Мадонны. Пушкин узнает в ней суженую. 1 мая 29-го года он просит у будущей тещи руки ее дочери. Пушкин матери Натальи Гончаровой. Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее только что начали замечать в обществе. Я ее полюбил, голова у меня закружилась – я просил ее руки. Ответ ваш, при всей его неопределенности, едва не свел меня с ума. В ту же ночь я уехал в армию. Кроме Олениной, все, к кому сватался Пушкин, москвички. Татьяну Ларину выдавать замуж тоже везут в Москву, как на ярмарку невест. Пушкин говорил, что Москва славится невестами, как Вязьма пряниками. У Гончаровых был дом с садом в милейшем месте, на Большой Никитской. Гончаровы на Большой Никитской – это нынешние дома 58 и 60. Теперь вся улица – посольские особняки, а прежде здесь зрели к венцу лучшие девичьи сердца России. Будущая теща Пушкину ответила неопределенно, но и не отказала. Невеста остается ждать. Майская теплынь 1829 года. Двор отцовского дома. Посватавшийся к ней мужчина с нею не объяснился. У него, оказывается, еще месяц назад была припасена подорожная до Тифлиса. Россия вступила в войну с Турцией на Балканах и на Кавказе. Пушкин и Вяземский просились на Балканский фронт, царь не разрешил. Но в Кавказской армии у Пушкина служит брат Левушка, и Пушкин делает вид, что он поехал не на войну, а навестить брата. Пушкин – первый русский классик на Кавказе. С него начинается традиция, два излюбленных мотива. Кавказ как великий поэтический край, Кавказ подо мною, на холмах Грузии лежит ночная мгла, не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальных, и Кавказ – горячая точка. Смирись, Кавказ, идет Ермолов. Бесконечные войны с непокорными черкесами, под которыми тогда понимали и чеченов, и осетин, и кабардинцев. Пушкин – путешествие в Арзрум. Черкесы нас ненавидят. Они час от часу, далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги. Дружба мирных черкесов ненадежна. Они всегда готовы помочь буйным своим единоплеменникам. Пленников они сохраняют в надежде на выкуп, но обходятся с ними с ужасным бесчеловечием. Пушкин движется в составе огромного каравана, охраняемого конвоем казаков. Так до Грузии и Армении, где дорога совершенно безопасна. Там Пушкин скачет порой совсем один, даже без проводника. Тифлис приводит Пушкина в восторг. Здесь вольница и простота нравов. Его особо изумляют бани, построенные на горячих природных источниках. В старинных арбелиановских банях
этот номер считается пушкинским. На Ереванскую площадь выходил в шинели, накинутой прямо на ночное белье, покупая груши. Перебегает с места на место, смешит и смеется. Якшается на базарах с грязным рабочим муштаидом. И только что не прыгает в чехарду с уличными мальчишками. Пушкин в то время пробыл в Тифлисе в общей сложности одну неделю. А заставил говорить о себе и покачивать многодубно головами не один год потом. Ереванская площадь, где Пушкин поражал всех своим видом, и сейчас центральная площадь Тбилиси. Отходящую от нее улицу, где стояла единственная в ту пору гостиница, как водится, назвали Пушкинской. На Тбилиси приходится 30-летие Пушкина, и почитатели устраивают праздник в саду на берегу реки Куры. Созывают музыкантов, накрывают стол, зажигают светильники. Когда произносят за здравный тост, играет марш. И на голову Пушкина надевают венок из цветов. А потом его в кресле поднимают на плечи и носят под крики «Ура!», заглушающие оркестр. Это его единственный празднуемый юбилей. И вообще единственное такое чествование в жизни. В столицах его снова критикуют, на сей раз за только что изданную поэму «Полтава», а здесь ценят, любят, понимают. Тифлисские ведомости, официальная газета, публикует отчеты о пребывании Пушкина в Закавказье и прямо называет его гением. Никогда больше он о себе такого не прочитает. Пушкин едет на русско-турецкую войну сразу после окончания русско-персидской. Друг Пушкина, другой Александр Сергеевич Грибоедов, автор «Горе от ума» и посол в Персии, готовил договор, по которому России отошли провинции Эривань, теперешний Ереван, и Нахичевань. Толпа исламских фанатиков, ворвавшись в русскую миссию в Тегеране, растерзала всех ее сотрудников. Великого драматурга и великого дипломата опознали только по руке, которая у Грибоедова была прострелена на дуэли. Пушкин, путешествие в Арзрум. Два вала, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» – спросил я их. «Из Тагерана. Что вы везете?» «Грибоеда». Это было тело убитого Грибоедова, которое припровождали в Тифлис. Это описанный Пушкиным перевал близ укрепления Джалал-Оглы, но Пушкин не встречал гроб с телом Грибоедова, и не мог он его встретить, и это памятник литературному произведению, а не историческому событию. На самом деле тело Грибоедова перевезли через границу 1 мая 1929 года, Пушкин здесь был 11 июня, а 1 мая он еще находился в России. И гроб через перевал везут не трое грузин, а сопровождает рота солдат Тифлисского пехотного полка, потому что при исполнении служебных обязанностей погиб посол Российской империи. Пушкину история с арбой, поднимающейся в гору, нужна для картины. Вот поэт едет на войну, и ему навстречу попадается тело другого поэта, убитого на войне. И, конечно, Пушкин хочет воздать должное Грибоедову. Под скрип придуманной бедной арбы Пушкин вспоминает блестящие свойства Грибоедова. Литературный талант, способности государственного человека, храброе сердце. Его счастье жениться на той, которую любил, имеется в виду Нина Чевчевадзе. Судьбу Грибоедова Пушкин считает завидной. И даже гибель Грибоедова посреди неровного боя Пушкин называет счастливой. И все это в упрек тому, кто Грибоедова не помнит, Грибоедова не чтит, не воздает ему должное, и весь грибоедовский кусок заканчивается знаменитым горьким приговором: «Мы ленивы и нелюбопытны». Хоть тогда русские Кавказом владели уже 30 лет, край ими совсем не освоен. В Тифлисских ведомостях писали, что самый пытливый русский офицер может научиться плясать лезгинку, не более того. Территория, как полагается, поделена на губернии и уезды, но Пушкин пишет брату, указывая на конверте: «Льву Сергеевичу Пушкину в Азию». И письмо находит адресата. Пушкин, путешествие в Арзрум. Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться. Вот и Арпачай,
сказал мне казак. Арпачай, наша граница. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное. С детских лет путешествия были моей любимой мечтой. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван. Я все еще находился в России. Вскоре граница восстановится здесь на прежнем месте, но тогда русская армия воевала впереди Пушкина, и ему суждено было войти в историю великим невыездным. По реке Арпачай, по-армянски она называется Ахурян, и сейчас проходит часть государственной границы между Арменией и Турцией. Когда Пушкин в Тифлисе справлял свое 30-летие, его друзья Шевырев и Соболевский пили за его здоровье во Флоренции. Самого Пушкина за границу не пускали ни в какую. Какие только просьбы с разрешением о выезде он не подавал через Бенкендорфа на имя императора. Куда он только не собирался, от Китая до Франции, на все получал отказ. И даже внутри империи, что называется, ближнее зарубежье, Пушкина, автора Полтавы, не пустили в Полтаву, на Украину. И Пушкин, автор Кавказского пленника, здесь, в Кавказском путешествии, находится без разрешения. Он здесь самовольно, ему еще за это попадет. Вот он, правый берег Арпачая, который мог бы оказаться за границей, но был уже к тому времени российским. Пушкин, уже видя себя не только писателем, но и историком, после смерти Карамзина и место историка номер один вакантно, хочет присутствовать при важнейшем событии эпохи. Россия устанавливает границу между христианским и мусульманским миром. Как летописец современности, догоняет Пушкин русскую армию, стоящую лагерем близ турецкого города Карс. Поутру пошел я осматривать город. Осматривая укрепления и цитадель, выстроенную на неприступной скале, я не понимал, каким образом мы могли овладеть Карсом. Сам город Карс, он в низине, и Пушкин останавливался там. Вот старинная армянская церковь, она, конечно, была в то время, и армяне очень помогали русским в войне против турок. Когда войско пошло дальше за Карс, на одном из привалов через 3-4 дня, Пушкин рассказывает своему брату и нескольким друзьям о предполагаемом окончании Евгения Онегина. Онегин должен был стать декабристом или погибнуть на этой войне. Крепость Карс, она с двумя рядами стен, башни, там дальше цитадель. Пушкин, увидев все это, навсегда запоминает Карс как воплощение неприступности. Он и Наталью Николаевну, ну, поскольку он ее так долго добивался, будет называть Карсом. Русские преследуют неприятеля, отступающего вглубь Турции. В бою на перевале Саганлу Пушкин, подхватив пику убитого казака, участвует в погоне за турецкой конницей. Армейский автопортрет в бурке и цилиндре с казацкой пикой. Венец военной кампании – взятие Эрзрума, крупнейшего города Восточной Турции. Войска под началом генерала Паскевича оккупировали огромный край. Они не могут толком контролировать всю эту территорию. Уланский штаб-ротмистр Юзефович. Пушкин носил и у нас щегольской черный сюртук с блестящим цилиндром на голове. А потому солдаты, не зная, кто он такой, и видя его постоянно при Нижегородском драгунском полку, принимали его за полкового священника и звали драгунским батюшкой. Пушкин тревожился, что так далеко на турецкую территорию зашел немногочисленный русский корпус. И действительно, за Карс двигались ведь еще до Эрзрума, а это 200 верст. Потом, по мирному договору, все эти завоевания пришлось Турции возвратить. Вместо этого Сербии, как турецкому вассалу, были даны некоторые послабления, а Россия получила контрибуцию и селение Анапа, Поти, Ахалцихи и Ахалкалаки. На обратном пути Пушкин придет в Тифлисе на могилу Грибоедова. Позже вдова Грибоедова Нина Чевчевадзе поставит здесь памятник с надписью «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» Сухотин из воспоминаний молодости. Государь ехал в линейке и, увидав Пушкина, закричал ему: «Бонжур, Пушкин!» «Бонжур, сир!» – отвечал Пушкин. «Здравствуй, Пушкин!» «Здравствуй, царь!»
Бенкендорфом, шефом жандармов, по поводу отлучки на Кавказ Пушкин объяснился просто. Ехал-ехал и далеко уехал. Вообще, кураторство государя через Бенкендорфа особой чуткостью к художнику не отличается. Бориса Годунова они не пустили, велели очистить в роман наподобие Вальтер Скотта. Пушкин отнекивался: «Не умею переделывать однажды написанное». С императором Александром кончилось время героев и благодушия. С Николаем началось время служак и бдительности. Стихи Пушкина рассматривает Государственный совет и учреждает за автором тайный полицейский надзор. И хотя даже петербургский и московский генерал-губернаторы друг другу писали, что не знают, к чему бы это, Пушкин останется под надзором до конца своих дней. Граф Бенкендорф жандармскому генералу Волкову. Поэма Пушкина под названием «Цыгане» заслуживает особенного внимания своей виньеткой, которая находится на обложке. Потрудитесь внимательно посмотреть, и вы легко убедитесь, что было бы очень важно узнать, кому принадлежит ее выбор – автору или типографу. К счастью, типография выбрала эту со змеей и чашей аллегорическую виньетку. К тому же она стандартная, украшала и другие книги. К Бенкендорфу приходится обращаться и чтобы развеять опасения Гончаровых относительно политической благонадежности Пушкина. Бенкендорф отвечает, что, мол, сейчас вполне благонадежен, лукавит, что и надзора никакого нет, и разрешает показывать это свое письмо кому угодно. Но есть еще одно препятствие к свадьбе – отсутствие у жениха какого-либо имущества. Дабы обрести оное, Пушкин едет в фамильное поместье Болдина в Нижегородской губернии. Это его первый в жизни приезд сюда. Вот там виднеется само село Болдино, а в той стороне, в 7 верстах отсюда, сельцо Кистенево. В нем отец Пушкина выделяет Александру Сергеевичу 200 душ крепостных в виде начального семейного капитала. К тому времени Пушкины владеют этими местами больше 200 лет. И не было хозяев хуже, чем отец и дядя поэта Сергей Львович и Василий Львович. Они еще себе на беду перевели сюда старосту из Михайловского, Калашникова. И этот вор довел имение совсем до ручки. В 1825 году, когда Калашникова только назначили, Болдина приносила больше 13 тысяч рублей дохода в год. А когда сюда приехал Пушкин, только 5 500. И Пушкин приезжает сюда, чтобы вступить во владение, то есть юридически оформить на себя. Потом эти 200 душ крепостных сразу же заложить, получить деньги и деньги отдать будущей теще в виде приданного, с которым она якобы выдает дочь за Пушкина, поскольку своих денег у тещи нет. Пушкин взял бы, конечно, Наталью без приданного, особенно такого, но теща желает, чтобы непременно все было чин-чином. И Пушкин злится, что вот наступила осень, самое время работать, а тут изволь хлопотать по поводу приданного для свадьбы, которую еще бог весть когда сыграют. Эпидемия холеры в Россию пришла из Индии. Слухи о надвигающейся напасти ходили и прежде, но никто не ждал ее стремительного распространения. Боясь паники, власти скрыли от населения первые смертельные случаи в Москве. Тем больше переполох случился, когда счет больных пошел на тысячи. Состоятельные семьи в ужасе покидают Москву. Пушкин думает, что Гончаровы тоже уехали, но те остались. Пушкин Наталье Гончаровой. Въезд в Москву запрещен. И вот я заперт в Болдине. Я совсем потерял мужество и не знаю в самом деле, что делать. Ясное дело, что в этом году, будь он проклят, нашей свадьбе не бывать. Мы окружены карантинами, но эпидемия еще не проникла сюда. Болдино имеет вид острова. Погода ужасная, я провожу мое время в том, что мораю бумагу и злюсь. Я становлюсь совершенным идиотом. Натали из написанного в Болдине понравятся повести Белкина. 5 анекдотов, рассказанных просто и занятно. Искушенные читатели увидят еще и иронию, и пародию на литературные приемы. Огонь! По записи Пушкина Боротынский от повестей Белкина ржет и бьется. Они и сейчас годятся и для литературных гурманов, и для серии «Мои первые книжки».
От Болдина до Москвы 14 карантинов, которые должны преграждать путь эпидемии. Но страшной болезнью охвачена уже большая часть центральной России. В тревоге за Москву в Белокаменную спешно приезжает царь. В провинции холерные бунты. Мужики убивают докторов, в большинстве своем немцев. Считается, что они изводят русский народ. Природу этой болезни тогда не знали. Ведь холерой можно заразиться, только попив воды, в которой не погибли холерные палочки. А от того, что ты приблизился к больному холерой или к телу умершего, от этого холера не пристанет. Пушкин холеры, в общем, не боится. Он азартный, всегда любил рисковать. Как человек суеверный полагает, что опасаться ему нужно не холеры. И потом, всего год назад в Эрзруме он видел, как турецкие доктора свободно обращаются с такими больными. И Пушкин даже отчасти сомневается в правильности мер, принимаемых в России против холеры. Пушкин пытается прорваться через карантины напролом. С полдороги его разворачивают назад. Нет надлежащего документа, что он из незараженной местности. Впустую проехав 400 верст, Пушкин снова в Болдине и снова марает бумагу. Через 150 лет все написанное Пушкиным в Болдине осенью 30-го года издадут в одном томе. Статьи, стихи, письма, главы Евгения Онегина, маленькие трагедии, повести Белкина. Вот. 400 страниц шедевров за 3 месяца. Так он преодолевал обстоятельства, строил себя. Это потом в русской литературе разведутся нытики, станут жаловаться, что, мол, их заела среда, что из-за этого они опустились, спились, не успели ничего сделать. И они будут объяснять, что у Пушкина был такой характер дарования, что он мог творить, только преодолевая сопротивление. Мол, из-за первой ссылки написал одно, из-за второй другое. Здесь, оказавшись в карантинах, написал третье. Но невозможно представить, что музами Пушкина были гнев императора Александра, злость графа Воронцова и эпидемия холеры. Тем более, что здесь же через 3 года будет вторая болдинская осень без всякой холеры и почти столь же плодотворная. Я на зов явился. Маленькие трагедии – картины страстей человеческих в декорациях чужих стран и веков. Прежде про невиданную заграницу Пушкин не писал. В пире «Во время чумы» – жуть холерного 1830 года, у бездны мрачной на краю. «Моцарт и Сальери» окажется единственной пьесой, поставленной при жизни автора. Деньги за 200 заложенных душ кончатся быстро. Написанное в Болдине будет куда более надежным доходом семьи Пушкиных. Пушкин княгине Вяземской. Первая любовь всегда есть дело чувства. Вторая – дело сладострастия, видите ли. Моя жених Гана Натали, которая в скобках моя 113-я любовь, решена.